Во время проведения мероприятия полицейскими организован поквартирный и подворный обход правонарушителей по месту проживания. С должниками проводятся разъяснительные беседы о необходимости погашения штрафов, установленные законом сроки. Начали использовать для этого полицейские и социальные сети. Мы направляем информацию о необходимости оплаты административных штрафов и порядок оплаты штрафа. Также у нас имеется возможность направлять смс-уведомления, что мы активно это используем ежедневно. Только за сентябрь месяц мы направили уже 3000 смс-уведомлений. На данный момент только жители Кустаная задолжали за штрафы 54 миллиона тенге. Принуждают их к выплате заинтересованные службы любыми доступными методами. На днях в ходе операции рабочая группа застала дома кустанайца, который с 2018 года получил 8 уведомлений о наложенных взысканиях на общую сумму 57 тысяч тенге. К дому нарушителя полицейские вызвали эвакуатор, чтобы забрать его автомобиль на штрафстоянку. Данный мужчина вспомнил, что действительно у него есть административный штраф. С помощью мобильного приложения в течение 50 минут оплатил данный штраф. И было принято решение судебным исполнителем вместе, что данную автомашину оставим у владельца. Таким образом, за два дня с кустанайских должников удалось собрать почти 500 000 тенге.